Продолжаем. Токио придает саммиту в России очень большое значение. Предстоящая в сентябре во Владивостоке встреча премьер-министра Японии Синдзо Абе и президента России Владимира Путина станет очень важной. Об этом заявил генеральный секретарь Кабинета министров страны восходящего солнца Йосихидэ Суга. Ранее лидеры России и Японии встречались в Сочи в начале мая. После этой встречи было принято решение, что Абе примет участие во втором Восточном экономическом форуме, который пройдет во Владивостоке со 2 по 3 сентября. Там же пройдут очередные переговоры на высшем уровне между лидерами двух стран.